Пожалуйста, приятного аппетита. Султан, ты где была? Я тут с утра надрываюсь, как проклятая. Гюлендам, они мне позвонили. Нашли другое кафе, к сожалению. Ох, неужели удача снова покинула нас? Ничего не приходит просто так, нужно просто стараться. Ты же знаешь, это лучше всех. Где все? Ой, не спрашивай даже. Сэви и Мирза уехали за мясом для Фирата. Не поняла, куда. А где Иргин, я вообще не знаю. А что не так с нашим мясником? Почему Фират послал их в другое место? Султан, я тоже спросила их об этом и ничего не поняла. Они что-то задумали. Опять натворят дел, а нам придется за все это отвечать, расхлебывать. Не говори так. Не хочу даже думать об этом. У нас жизнь как криптобиржа. Никогда не знаешь, что будет завтра. И ты сказала, что между Фиратом и той красоткой кажется... Нет, нет. Нет. Это точно. Забудь об этом. Я уже забыла. А как ты одна совсем здесь справилась, Гюлендам? Я сегодня была особенно бодрая. Во мне открылась новая сила, как в фильмах про супергероев. Я успевала и тут, и там совсем справилась, но очень устала. А вот ты ушла пару часов назад с тарелкой, а вернулась без нее. И куда же делась тарелка? Всевышний, хватит уже об этой тарелке, Гюлендам. У нас нет работы, мы должны выложиться на полную хотя бы тут. Посмотри, какую грязь развела. Перестань, я тут одна была. Так быть не должно. Так достаточно? Нарежь еще. Кто сказал, врач? Посоветовал по возможности поменьше двигать рукой, иначе возможен перелом. То есть это серьезно? Не спрашивай даже. Сказал, почти сломалась. Что он тебе выписал? Если все так плохо, следует беречь себя. Все в моей комнате. Я должен знать. Что я буду делать, случись что с тобой? Какие лекарства доставать? Дал мне какой-то крем. Сказал, пропишет что-то еще, если боль усилится. Брат, я тут при смерти. А ты думаешь, я прикидываюсь, что ли? Спасибо. Приятного аппетита. Что это? У нас на ужин антепская кухня? Я вижу, ты быстро ее раскусил. Тебе же понравилось. Султан принесла еще, потому что тебе пришлось по вкусу. Какая честь. Неужели удостоилась? Надо от них избавиться. Постоянно крутятся вокруг нас. Мы уже приходили на ужин. Что ей еще нужно? Зачем она пришла? Это свежая слива. Очень вкусно. Я попробовал и тебе советую. Хочешь? Нет, не хочу. Прекрасно.